Ребята, мы заходим на знаменитый подвесной мост. Спрашивают, кого, вот подписчики спрашивают, кому он был знаменит. Знаменит он всем местным жителям. Вот у нас появился желающий попасть в кадр и снять сливу. Вот, вы сейчас есть ее. Очень люблю. Не, не буду. Видите, ребята, местные люди очень любят здесь гулять по этому мосту. С музыкой даже. Смотрят, развлекаются тут. Этот подвесной мост знаменитый. Вот. Сейчас я вам покажу домики, где люди тут проживают. Вот видите, красивые такие парковочные места для катеров здесь. Можно подплывать прям к берегу и швартоваться. Так вот, вот. А там дальше, вон, видите, там есть специальные швартовочные гаражи. Это вот уже место впадения Дагомыса, которое уже сливается с западным и восточным своим течением. И устье реки, там с железнодорожным мостом, уже впадение в море. А вот прямо это гора Успенского. Та самая знаменитая, которую я уже снимал, делал репортаж. И старые фотографии, кстати, с этого ракурса, с течения реки, с русла реки, имеются такие фотографии. Тоже попробую поискать и вставить в это видео. Вот это подергивание кадра, это люди идут по мосту, и он качается на подвесных тросах, вот на этих. Ребята, смотрите, вот солнечные батареи находятся прямо на солнце направлены. Люди экономят, получают экологически чистую энергию. Вот, ребята, мы опять на Ленинградской. Смотрите, какой здесь вот растут вот эти вот кусты, не кусты, вот эти вот стволы, это бананы.
Да не знает. Они вырастают до 4 метров за сезон. Вот так это выглядит. Погода улучшается. Еще сегодня прохладно, но уже светит солнце. И достаточно комфортно гулять на улице. Хотя уже время, уже после 4 часов сейчас. Ну вот видите, так достаточно все приятно. Уже совсем-совсем скоро весна будет. Хотя уже скоро должно быть лето. Но еще весна не наступила по-хорошему. Местные приористы гоняют. Очень хорошая дорога здесь. Как снимут, короче, ограничения на передвижение, мы обязательно съездим и снимем для вас ролик про музей автотранспорта. Там разные старые автомобили. Я нарезку и так могу сделать фотонарезку. Но еще мы должны скататься и снять это вживую на камеру. Вот такие вот домики попадаются. Старые застройки, видимо, начала века. А вот гостиница Олимпийская. Сейчас она называется Ададжио. Апартаменты. А вот солнце Дагомыса. Можете видеть. Кажется, здесь уют. Мне нравится. Тут рядом это все. Угу, море. Море. Не знаю, сколько кушает. Пойдем сюда? Нет. Ну, посадки. Тогда я здесь что-то снимаю. Хвали меня. Чего не готовилась-то? Такая тишина, да? Да, тут такая тишина, это фавел, здесь Алена не любит сниматься, потому что она считает, что здесь бомжатник, ай, сейчас она ломает мне палец. На левой руке домашнее насилие, да. Скоро примут закон о домашнем насилии, о противодействии домашнему насилию, точнее. Или о домашнем насилии, потому что женщин нельзя будет трогать, а мужчин можно будет ломать пальцы, оказывать терроризм. Знаешь, что вот, согласно закону о домашнем насилии, кстати, Алён, если ты мне не будешь давать деньги, то это будет считаться экономическим насилием. Я тогда смогу вызвать полицию и сказать, что... В смысле, я тебе... А ты мне почему не даешь деньги? Нет, то подожди. Я сейчас уже могу вызвать полицию, да? Нет. То есть ты мне не даешь деньги? Ты не понимаешь. Бог, ты не понимаешь. Домашнее насилие – это когда кто-то оказывает влияние тяжелое, моральное. Ну, то есть... Я не помню, что ты мне денег давал в этом году. Это тяжелое моральное влияние. Нет. Ты же тоже не давала мне денег. А почему я так делаю? Как почему? Да. Чтобы я чувствовал себя комфортно в семье. Ничего непонятно. Настоящая женщина всегда позаботится о своем мужчине. И даст ему денег. И даст ему денег. Если она настоящая женщина, конечно. А не какая-нибудь фальшивая. А если ты мне не даешь денег и не заботишься обо мне, значит, ты не настоящий мужчина. Почему тут мужчина? Мы сейчас о женщинах говорим. О мужчинах. Мы говорим, правильно? Ребята, напишите в комментариях, что вы думаете о подобной ситуации.
И потому что это очень... Вот видите, у нас спор случился с Аленой. Настоящая женщина, как должна себя вести в семье. И напишите, пожалуйста, в комментариях. Я готова сейчас взорваться просто. Алена хочет взорваться. Ребята! Я думаю, что меня расперло? Я думаю, что меня так раздуло? Я просто готова уже взорваться, готова. Ты еще комментарии не читала. Подписчики напишут комментарии, тогда будешь взрываться. Сейчас пока не спеши. Хорошо. Все. Следующей теме переходим. Какая там злободневная тема? Разводы. Мы вчера смотрели, позавчера. Собчак, и она ходила к Варнаве. Алена посмотрела, сказала, что все нормально. Видео хайповое. Я не дал досмотреть. Домашний тиран. Ну, как обычно, не дал досмотреть, потому что она залезла в Инстаграм. Я включил ей это видео, она его смотрела, и параллельно держала телефон в руках и залезла в Инстаграм, и все, не потерялась. Она постоянно в Инстаграме сидит, ребят. Постоянно. 24 часа в сутки. Даже это не Инстаграм, это моя работа. Это ее работа. Только а если работа, это не Инстаграм, значит? Инстаграм. Я. Это Алена, а это я. Вот новый строится жилой комплекс с большим огромным торговым центром класса Меги. Не помню, как он называется. Сейчас Алена подойдет, скажет. Алена, как называется этот новый торговый комплекс и жилой комплекс? Аллея Парк, да? Да. Аллея Парк. А какой там адрес? А сколько стоит квартира? Ну, от 120 квадратных метров. Хочешь купить? Я согласна. Нет, там красивый комплекс, внутри хорошая инфраструктура. И будет торговый центр, мне надо будет ездить в море, мол. Ну, или надо, не знаю, кому как. У нас это кот. Черный кот. За эту прогулку на третий раз попадается черный кот. И что тогда значит? Наверное, к деньгам. Я знаю. Черный кошара, котяра.